И вот, ну это вообще очень-очень долгий процесс вот этого заживления. Да, Белочка? Белочка. Ну, обязательно спросите у него, я куплю ей эту повязку. И она уже идет с этой мазью, и она хорошо затягивает очень раны. Хорошо, не забудете? Ага, спасибо. И тогда девочки могут позвонить, сказать, я сбегаю, куплю и принесу им, хорошо? Ага. Белочка, красавица наша, красавица. Только не жирная вымя. Держи, держи, моя красавица, держи, моя Белочка, держи, моя умничка. Кушай, кушай, моя сладенькая. Давай выздоравливай, все уже переживают, Белочка. Ты моя жопа, ты моя сладкая такая, да? Ты сладкая такая девчонка. Что это вот это у тебя? Да, да. Моя сладкая, моя девочка хорошая. Белочка, давай уже выздоровлю. Давай, красота, выздоровлю. Да? Белочка. Бел. Ну давай посмотрим ранку. Давай глянем. Давай, как у нас, посмотрим, как заживает. Ага. Ну, в принципе, в той же паре пока, да? Лучше немножко, да? Я и дело в том, что мне Роман Дмитриевич посоветовал, какую ей повязку специальную купить. Я ей поеду сегодня